Многие помнят то неподдельное чувство истинно детского счастья, начало долгожданных каникул, день защиты детей. Кто и от кого должен защищать, совершенно было непонятно тогда для детей. Да и нынешнее подрастающее поколение навряд ли волнует. Но то детское ощущение праздника было, безусловно, самое всеохватывающее. Тему продолжит репортаж из сельского поселения «Развилковское». Малютки и ребята постарше, а также их мамы, папы, дедушки и бабушки собрались в теплый солнечный день на центральной площади поселка Развилка. В одном из любимых мест отдыха посельчан состоялось празднование Международного дня защиты детей. День защиты детей, чтобы наши детки были всегда в мире, жили в дружбе, в здравии. Счастье было у всех в семьях. В торжественной обстановке состоялось награждение участников конкурса на лучший детский рисунок, а также участников месячника за здоровый образ жизни «Развилка не курит». Глава поселения Развилковская Вера Маркина в своем выступлении отметила, что этот добрый, трогательный праздник напоминает и о серьезной ответственности. Надо помнить о том, что о детях надо заботиться всегда. Не только сегодня, но и каждую минуту ежечасно. Это прежде всего забота нас, родителей, нас, взрослых, чтобы мы воспитали достойное поколение. Особо порадовали отдыхающих мастер-классы от клуба «Калейдоскоп», детских центров «Сёма» и «Гармония». Здесь можно было наблюдать, как детские личики кистью художника перевоплощаются в свирепого тигра, мифического дракона или загадочную принцессу. Можно было поучиться рисовать или вышивать лентами. У нас мастер-класс по изготовлению колечка для салфетки, вышивка атласными лентами. Насколько это сложно? Нет, тут не сложно. Сегодня очень весело для всех детей. Там рассказывают бесплатно. Играешь, выигрываешь подарки. В праздничной программе стишки от самых юных посельчан, веселые конкурсы, выступления творческих коллективов, музыка и, конечно, танцы с аниматорами. Ребятишкам действительно простор для игр и развлечений. Пришли сказочные герои, Баба-Яга, Кощей Бессмертный и... еще одна Баба-Яга. Баба-Ёжка. Да. Вот. И они танцевали, показывали очень смешные движения, повторяли за ней. Детство – это самая чудесная и радостная пора в жизни. Так пусть она и будет незыблемо прекрасной у всех детишек. Лариса Вольнова, Евгений Садовский, Елена Кошелева. Видное ТВ.